привет! Вы на канале Рыбалка в Сибири. Нахожусь на даче. Дача тут у меня 150 метров. Давно здесь не рыбачил. Вот, это опь. Вот, ну, сейчас Диман приехал. В предыдущих видосах вы увидели. Приехал, сейчас, говорит, это, поедем порыбачим. Попробуем фидера, закидушечки. Ну, фидера, закидушки. Вот берег вот такой. Ну, вот этот уровень, это как бы летний. Ну, может быть, еще метр отпадет и все. А вообще, это, по идее, по летнему уровню сейчас вода. Ну, вода довольно-таки прозрак нормальный. Не сказать, что мега чистый, но такой. Погода вот такая. Время 4 часа вечера, 5 час. Дожди, грозы так кратковременные. Ветерочек. Ну, приятно, тепло по-летнему. Запах со чеснок, огонь. Ну, как потянет, так это до свидания. Вот. Сейчас Диман приедет. Кашу забыл я. Короче, сейчас заберет на даче. Вот здесь сейчас устаканимся, встанем. Покидаем спиннинги. Ну, обалденно. Вообще классно. Вот. Вон там северный объезд, мост. Вон в прогале за поворотом, если видно. Вот. Кому интересно. Знакомый был с моей группы, то есть парняга. Он возле очистных рыбачил. Хорошо половил езя. Ну, кормушки, говорит, по 120 грамм. Ну, я так кинул метров 15. Тут фарватер вот рядом. И она падает, в бровку упирается. Мы сейчас забьем прикормом, прикормимся и нормально будем рыбачить. Вот Диман приехал, привез кашу. Надеюсь, привез. Дим, ты нашел кашу? Кашу? Да. Забыл. Завязывай. С ключиком, конечно, ты ошибся. Чё? Мутный ключик от калитки. А, да? Да. Ну, ты разобрался же? Да. Я смотрю, ты взял боеприпасы. Ну, конечно. Чё за... Чтобы не зря возвращаться. Раз уж вернулся, все равно клевать не будет. Да ну прям. Тогда вот примерно. Ты завязывай, все. Люди уже спрашивают, что да как, на что. Короче, кашу вот наварил, пшена. Вот тут пакетик. И сейчас мы еще прикормки, да, какой-нибудь добавим. Какой-нибудь. У тебя есть фидерное чем-нибудь, лещевое чем-нибудь, Дим? Да сейчас посмотрим. Бутылок этих. Пачек 5 всяких разных есть. А ты поставил самогон в морозилку? В холодильничек положу. Ну, ты не потом. Что ты ключи? Ну я тебе показать, чтобы ты знал, где у тебя какие, где от чего ключи. Так, что, Дим, где кашу посмотреть? Дальняя синяя сумка, ее поднимай. Тебе надо вот это? Да, это я сейчас буду с удочки листовать. А ты вон туда спускай. Вон там спускай. Да я здесь сверху-то беру. Все, давай. Я вот отсюда, наверное, с этого мусика и закину. Откуда? Ну, ты далеко будешь бросать? Может, да? Ты наоборот за меня встать? Нет, далеко не буду. Ну, я груза потяжелее. Поставьте. Ну, у меня 50. Вот у тебя же фидера нормально. Добери мне туда. Там вот это, смотри. Сейчас, короче, кашу разберем. Что у нас там по каше? Я не знаю, Дим, чеснок надо нам. Там, смотри, а у тебя один чеснок. Чеснок, я анис. Есть, и, по-моему, еще одна какая-то. Давай чесночок, наверное. А открытая у тебя бешеный клев просто, гибрид, карась. А, она не открытая, наверное. А, нет, там не открытая. А, все, понял, она так просто. Я думаю, чесночка сейчас разведем. Давай, чеснок нормально по изю. На, этот сразу один убирай. Вот. Сейчас мы засыпем прикормки. Ну, пшено обычное. Блин, ну аромат, я вот прям, прикинь, хочется съесть, поесть. Это обычно. Вот, Диман, руку за это самое откроем. Ну, обычное, питательное. Аромат, смотри, какой. Ничего. Давай. Пшено. Так, пшено, он пахнет вкусно. Смотри, как дошла хорошо. Что, сколько сыпать? Пол пачки. Мы сейчас на пробу же.
порвать. Ну, сейчас попробуем. Вон, кормушку-то забивать, забивать. О, чесночиной понесло. Блин, ну ее мочить даже не надо, Дим. Ну, так раз она вареная, конечно. Она прям хорошо будет держаться на струе. Мы сейчас кашу добавим еще. Я думаю, я предлагаю не мочить, Дим. Попробуем так, если что, добавим воды, да? Давай так. Ну, друзья, смотрите, вот. У меня прикорм насыпан. Сейчас он маленько еще вот. Смотрите, прям липкая, хорошая на струе, нормально будет. Плохо вымываться, то есть. Отлично. Я-то хотел сначала разбодяжить. Не будем. Так, разобьем ее. Каша чуть-чуть переваренная для клейкости. Отлично. Дим, не будем ее, это самое. Она будет хорошо в кормушке держаться. Сейчас она еще влагу подзаберет и будет вообще супер. Тебе котлетку сделать будешь? Блин, надо попшикаться. Комарья, друзья, вагон и малая тележка. Друзья, опарыш волшебный вообще. Здоровый такой. Сейчас покажу прям. Это просто мега опарище. По сантиметру, наверное. Вот такие опарики здоровенные. О. Вот это насадка. Друзья, мощнейшая поклевка, просто капец вообще. Диман на подсаке. Блин, ну прям чуть спинник не выпрыгнул. Ну, о, что там? Подлещик. Хороший подлещик, Дим. У нифига себе, это лещара, Димас. Ну, грамм 400. Да под 500, под 500. Ну. Друзья, первая рыбка вообще. Вот он, лещара, смотрите. Ого. Нифига, я по телефону, ну как обычно, по телефону разговариваешь. Что, на пляж поди переезжаем? Завязывай. А я Диману говорю, давай переедем на пляж, говорю, течка какая-то стрёмная. Давай 5 минут посидим. Ну, а Димка говорит, а что ты, говорит, давай 5 минут посидим, говорит, только прикорм. Ну, друзья, ну вот, что я требовал заказать, пенопласт три опарыша, чесночный прикорм на леща и кук этот, пшено. И вот такой у вас всегда будет в прилове, друзья. С вами канал Рыбалка в Сибири, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, я тоже там. Лучше туда подписывайтесь тоже. Хороший, смотри какой. О, нифига, я прикинь, разглянул, он как запрыгнул, прикинь, я чуть не офигел. Ох, отлично. Ну да, друзья, вот, поклевки были, вот такой чебачело. Мусор цепляется. Да, я крупный не одеваю, но если просто крючок небольшой. А ты куда? Это ельчик, Дим. Ельчик? Ну. Ельчик попался. Ельчонок. Вай, что творят? Что творят эти лещи? Ельцы. Была поклевка. Он как дернет, короче, и понял, как кормушка скатывается. Потом перекатывается. Да. И надо, знаешь, что сильно не забивать. Вот никак. А она не вымывается тогда, когда сильно. Не вымывается. И, то есть, я сейчас поменяю кормушку на 60-граммовую, на зубчатую. Она будет лучше. Попробуй, у меня 50 и нормально тогда. И мы будем в одной полоске тогда получается. У меня там зависает подальше. Вот, поклевка. Ну, это чебак опять. Лещара видел как? И вот ты говорил, который я не видел поклевку, ты говорил, там у меня гнуло, да? Угу. Ну это чебак. У меня 4 опарыша, я сейчас как бы могу в спокойствии стоять. У тебя сколько это? 3.30? 3.60 это. Ну слышишь, 60. Ну. О, это клюет. Ну это вот такой же вот мелкий. По-моему, сидит. Может быть. Теребит. Заглотил. Теребит, ну. Судака ждем. С утра будет, Димас, хорошая. Есть. О, что-то Во-во-во-во-во-во-во. У Димана поклевка. А у меня, походу, чебак есть, Димас. Ну-ка, для проверочки. Опа. Есть. Есть? Ну, конечно, есть. Ух ты. Это огромный чебак. Друзья, это вообще чебачелы. Но она грамм 20 там в нем есть. А что, поди их оставим у нас судака на ночь кинем? А что ты кинешь? Резину.
Да ну, надо просто зажать. Кусочки можно мясо, не обязательно это. Пополам его попилю. Это просто мясо одеваешь и не закидушкой, и три поводка, четыре делаешь. И тогда она не тянет никуда. Да, и этот будет нормально сидеть, мне кажется. Целиком он сильно крупный, его собьет. Сейчас, ну опять катится. Ну опять катится. Ну, главное, чтобы не лишний цепляется. По шнуру. Не, он не зацепится, он просто по шнуру прокатывается. Сейчас рухнешь. Опа, сразу поклевка прикинь. Има. Ну, друзья, началось. Сход. Ну, он мелкий чебак. Сопровождал пенопласт. И не попался. Я уже кашу не забиваю, пусть это вымывается. Кидаю уже профессионально, без рывочков, ничего так. Ну, то есть Диман учится, он еще молод как бы в этом плане. Я-то уже покидал. Работай. Смотри, поклевочка, друзья. Ну что-то мелкое. Блин, лещара так добро взял. Может, у него сейчас выход будет? А может, обав... О, есть, есть. Вот чебак мелкий. Мелкий чебак. Ага, ну, блин, капец, зима. А что ты его не будешь вставлять, действительно? Давай закидушку залупим. Ну, друзья, вот это трофей. Для закидушки-то крупноватый, да? Он крупноватый, ты что, его в два раза надо меньше. Но. Это вот, это ельчик. Так, ну что, надо, значит, попробовать два парика просто. Давай. И кашку неплотно, чтобы она рассыпалась. Ну, по прикорму попали. Можно еще, конечно, анис попробовать. Ну, по чесноку, по ясь лучше. На чесночный. Ясь, наверное, все-таки поглубже стоит. Не. Каждый твой заброс у меня. Поклевка. Таскаю, таскаю. Таскаю, таскаю. Друзья, мощнейшая поклевка снова. Диман. Что там ты увидел? Опа! Сошел? Сошел, бля. Хвост увидел. Хороший был? Ну, с красна это, наверное, ясь. Блин, ты поклевка видел какая? Диман, два парика. Друзья, просто мощнейшая поклевка. Ну вот сход. Я пока, может быть, слабину дал, камеру включал. Далеко. Траву снимай сразу, ага. Да, да, она сейчас там сейчас соберется. А, ну видишь, о, у тебя сидит. О, да Диман в деле вообще красавчик, нифига у тебя. Ну что не клюет, а у меня, кажется, рыба. Кормушку меня один. Да, я сейчас легкую поставлю. Покажи людям. Гаишников на вас нет. На ходу по телефону разговариваю. Так, он идет, да? 27 углов. Да, ну, ты расскажешь. Он это 10 сейчас идет. 15 даже. А вот здесь никого быстрее. Поглядывай.
камера села, тут такие экшены были. Короче, у нас лещи, ясь по кило, кило 200 где-то такое. Сейчас только что прям буквально поймал. Диман, короче, за проводом на дачу съездил, быстренько подзарядили камеру. Ну прям вообще амиго садилась, тут просто косим. Буквально сколько? Ну час-полтора, да? Ну два, да? Ну не больше. Ну не больше двух часов сидим. Ну то есть новое место, мы тут никогда, я там может быть лет пять назад рыбачил, когда здесь фарватера не было даже. Вот, пришли, закормили, рыбачим. Короче, и червь опарыш, и два опарыша с пенопластом, вот язёк себе взял хороший. Попозже рыбку покажу, конечно. Ну просто сейчас такие моменты были. У Димана стерлядка, кострючок сошел лютый прям возле берега. Дотянул уже, ну такой. Ну, по моим подсчетам, где-то по трешечку. Я потому что видел их, знаю, ловил. То есть это самое, прям вот на червя хапанул у него. Я говорю, поклевка такая какая-то интересная. Он подсек, и он, видимо, то ли слабина, то ли что. Ну просто, короче, сошел. Прям вот буквально вот где кончик. Но поводок тонкий был, оторвал. И вот поводок. А, оторвался? Крючок оторвал. А, крючок у Димки оторвал, оказывается. Вот. Оторвал крючок, у него леска стояла 0,12. Флюр и оторвал. Но он махнул-то здесь хорошо. Ну я видел, что это кострючело. То есть, друзья, мы вообще прям просто сидим здесь, кайфуем вообще. Короче, продолжаем. Друзья, мощнейшая была сейчас. Такой потык хороший. Ага, Дима переобулся. Переобулся в опарыша, червя и... Ой, пенопласт, опарыш и червяк. Да. Он сначала без пенопласта. Кидаем уже на 15, ну, какой там? Да, 10-12 метров. Стяг, потяг у нас хороший и стягивает где-то метра на 4, на 6. Тут ямка, фарватер. То есть, как Диман руки помоет, вообще рыба не клюет. Короче, вот такие дела. Ничего, мы держимся с вами, друзья. Мы с вами вообще. Диман, ты с нами? Да. Все, Диман с нами. Вы с нами. Все, продолжаем. И это просто. Мы... Я Димке говорю, давай поехали, тут место хорошее, посидим. И вот, оп, поклевочка, друзья. Ну это чебат. Это чебат. И мне кажется, он сидит. Угу. Давайте проверим. Ну, не... Либо нет, не сидит. Короче, удлинился по поводкам 70 сантиметров. Флюр 0,14 поставили, да? 0,16. А, 0,16 флюр. Вот пенопласт, два парика. Вот такая волшебная нежная снасть. Сейчас забрасываемся и погнали. Уже поклевка какая-то. Ну, чебаковая. Блин. Там пакет какой-то улетел. Ну это не наш пакет. Дим. Это наш пакет, друзья. Это наш пакет. О! И наша рыба, Дим, жив. Друзья, ну вот. Хороший, крупный. Ну вот такой ельчик. Конечно, он классный. Но мы возьмем, там дырка в садке. Такая, сазаны мне пробили. О, выйдет. Поймет, что можно выйти, выйдет. Ветер какой-то поднялся. Клевка, подклевка, друзья. Слабо. Есть. Убирай корябусы. Не, мелочь. И мелочи и вообще нет ничего. Чебаковая. Странно, не можем понять, на что клюет, короче, но клюет на все. Да, кстати, вообще. У нас там стол закормлен, вообще огонь. Уже с пол ведра закидали туда. Там О, Диман, по-моему, за штаны сейчас тебя. Ладно, не буду. Все, не забросим. Да, 10 метров кидаем от берега, снос под 4 метра под стенку, ну, от берега 4 метра. И нападение, когда тащит, поклевки есть, но это елец, либо чебак, хватает, тюкает, ну, понятное дело, что. Ну, друзья, там такие, Димас вытащил хорошего леща, двух хороших лещей, приятных килограммовчиков, наверное, да? Примерно около. Ну, около килограмма, да.
Ну сколько там? Раз, два, три, четыре. Ну четыре хороших, четыре, по-моему, хороших рыбы прям, нормальные. Приятные лещи, такие бойкие, вообще молодцы. Красавцы дали нам сегодня жало. У Димки такая поклевка мощная была. Да ладно, сидит, по-моему. Нет, рано. Прикинь. Ну мощная. Мощная, хорошая была. Там загиб хороший был у Фидора вообще. Ветер поднялся какой-то непонятный. Ну сейчас натянет. Натянет что-нибудь. Короче, друзья, мы экстремалить начали. Поклевка, но походу чебаковская. Ну, это не было чебаков, но ловил летом. То есть, вот эти вещишки, полторашки такие. Причем там такие фидера, знаешь, ну как вот ручка. Да кончик, ежди. Опа! Ну-ка. Ну либо нет ничего, либо мелочь. Ну, скорее всего, нет ничего. А, нет, есть, друзья. Ну вот я про что и говорю. Вот. Чебачок, прям именно, нет, ельчик. Рыбу отпускаем, друзья, мелкие. Так, ну что, еще крайний раз, да? Наверное? Ну да, там докормим. Сейчас. Давай тут. Ну, осталось, я не хочу покинуть, потому что мы есть. А, у тебя есть? Что? Пока вымыл. Подзабил-то знатно. По-другому. Вот так вот. Ну, шикарно посидели с Димасом вообще. Шикарно. У нас, короче, ветер дунул и опарыша перевернул. Димас их откопал в песке. Сколько там? 10 штук накопал? Около 10-15 штучек выкопал. Ну, опарыш здоровый такой, крупный, классный. О, падает. Вот прям хватает. Ну, это мелочевка. Нападение идет, как это, проводка. Комары поднялись. Короче, берите рифтомид, уже все. Закончились те времена. И под вечер комара очень много. Это получается, вот где бревно, да? Вот оно как идет, оно вот так вот где-то. Не доходя бревна. Да ближе, да. Поближе. Ну ближе, да. А сейчас еще минут 5-10. Вон закат такой. Ой, красоты, смотри какой. Красный прям. Дима, покажи рыбку. А? Покажи рыбку. Вот так, на песок. О, видали, друзья, какие лещишки хорошие. Отлично. А язёк у нас? А где два? Есть? А есть? Один ушел. А, не, все здесь. Ну, у нас было два язя, остался один. Почему два язя? Два. Одного я поймал язька. А-а-а. Он ушел в чистую сосанью дырку. Но... Да, там дырка была у них. Вот так рыбачим, друзья. Нам по барабану. Отпускаем всех. Так что вот так бывает. Ну, ладно. Ничего страшного. Мы не переживаем. Вообще никак, абсолютно. Да, мы удовольствие свое поймали. То есть сейчас, я думаю, друзья, короче, на этой нотке будем заканчивать все-таки рыбалку. Сейчас будем сматываться. Так что, друзья, от нас с Димасом вам всем привет. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Да. Завтра с утра мы будем с вами на этом же месте и будем таскать этого леща. Всю тематику и технологии поняли. Короче, ну, завтра и посмотрим, проверим, кто что. Всем счастливо, всем пока, всем натянутых лесок. С вами был канал «Рыбалка в Сибири».